Закончите цитату из романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Единственный способ избавиться от искушения – поддаться ему. Английскую классику читали, ответили без запинок. Литература, география, математика, шоу-бизнес – вопросы из совершенно разных сфер. Правила просты – нажать кнопку и ответить быстрее команды соперника. Послушайте список. Оар, Аракс, Ра, Атель, Инти. А по каким именем узнаем ее? Внимание, время. Да, ну, мы думаем, это может быть Волга. Команда Департамента культуры, туризма и молодежной политики с заданием справилась. В брейн-ринг сотрудники играют впервые, но уже, признаются, втянулись. Мы ожидали, что будет скучно. Оказалось, что это живое, такое интересное мероприятие. Очень много смеемся, улыбаемся, даже во время самой игры. 18 команд муниципальных служащих, в каждой по 6 человек. Ожесточенные баталии не утихали ни на минуту. Каждый раунд – повод проверить свои знания и расширить кругозор. Но самое главное, говорят организаторы, сплотить участников в команду. Часто бывает так, что люди, работающие в разных структурных подразделениях, мало что друг о друге знают. А у нас работают очень хорошие, позитивные люди. Такое неформальное общение, я думаю, что является тоже очень полезным. Организаторы брейн-ринга для муниципальных служащих Самары планируют проводить такие игры ежегодно. Говорят, участники быстро подружились. Так что мозговой штурм уже принес свои плоды. Алина Чемерис, Валерий Шаронин. События.